Footages for this video were provided by our friends from the World War II Pathfinder channel. These guys are searching for the World War II military artifacts. We highly recommend that you subscribe to this channel. Find the link in the description below. Так, и только что нафанил, смотрите, минное поле из помзов. Установленные помзы. Сейчас только что набрел на место, где до сих пор натянута советская колючая проволока. Смотрите. Так, вот она оттуда издалека идет. Вот здесь вот столбик такой, прибита к столбику. Столбик до сих пор стоит. Целый, не поврежден ничем. Так, вот она идет, 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 идет. А здесь уже колючка в дерево вросла. Насколько долго она здесь в натянутом состоянии находится. Смотрите, щит какой стоит. Сейчас подойдем, посмотрим поближе на него. Офигеть. Советский стрелковый щит. Немного поврежден. Край щита оторван взрывом, похоже. Вот такие вот замечательные вещи стоят просто так до сих пор в лесу. Офигеть. И никто не утащил. Перевернул его. Так, сейчас еще раз контанем. Край щита оторван. Смотрите, что только что нарыл. Это целый цинк. Офигеть, смотрите. Опаньки. Запечатанный цинк. Похоже, там патроны. Так, с этой стороны пошел. Охренеть. Вот это находка, друзья. Так, с этой плохо идет. Так, давайте продолжим с этой стороны. Там что-то плохо как-то идет. Так. Ага. Так. Так, ну что, открываем крышку, друзья. А, ничего себе. А внутри картонки какие-то. Картонки и какая-то записка. Смотрите. Ничего себе. Что это? 3У204. П709. Я не знаю, что это значит. Такая вот бумажка. Вообще просто. Смотрите, идеальное состояние внутри. Офигеть. За веревочку потянем. Плотно сидит. Так. Ага. Очень крепкая веревка. Давайте разрежем. Ух ты! Да вроде ничего, сохран. Клейма 38-41. Целый цинк вот таких вот патронов мосинских. Стальная гильза обмедненная. Пуля. Ну, пули практически в идеале.
И это все рядом, рядом с лагерем. Охренеть. Веревочки, бумага. В общем, отличная находка для костра, друзья. Вечером закинуть в костер, чтобы медведи близко не подошли. А то медведи учуют запах еды, что тут приехал человек. Есть шанс, что они могут подойти близко к лагерю. Солнце уже садится. Возвращаюсь к лагерю. По пути в лагерь наткнулся на место, где была подорвана пушка. Похоже, советская, 76 мм. Такие вот щитки валяются, разорванные взрывом. Так, вот большой фрагмент, щиток от пушки. Здесь какая-то мелочевка от нее. Вот какая-то штуковина с направляющей из бронзы. Вся поляна фонит. Всякие железяки попадаются. Так, такая вот железяка. Смотрите, на вершине дот деревянно-бетонный сохранился до сих пор. Сруб, сверху бревна и камни. Вход в этот дот, либо блиндаж, либо дот. Но мне кажется, дот, потому что он направлен на русскую сторону и в низину направлен. Смотрите, какое состояние сруба. Ему больше, чем 75 лет. Так, давайте заглянем вовнутрь. Кто там живет? Ну, там все обвалилось, к сожалению. Вид сверху, бревна валяются. Так, и вот обвалилась крыша, и камни рухнули вниз. Где еще можно увидеть, чтобы вот так вот стояли? Блин. Сейчас пойдем посмотрим на этот ангар. Так, вот он. Вход в него. Вот такой вот здоровый ангар построен у немцев. Давайте зайдем вовнутрь, посмотрим на него. Абсолютно целый. Толстый слой камней сверху уложен на него. Туда можно в полный рост заходить. Так, идем вовнутрь. Что у нас внутри? Внутри у нас темнота. Довольно длинный ангар. Сейчас посчитаю, сколько метров, кстати. Метров, наверное, 12 будет. И абсолютно целый. Патроны в обоймах валяются. Консервные банки современные. Всякие железяки. Хвост от мины. Еще консервная банка немецкая. Так, здесь выход из ангара. Рядом с этим ангаром нафанило вот такое блюдо из цинка. Каска под кустом. Да. Советская каска, шестиклепка. С охраной, к сожалению, плохой, из-за того, что она лежала в низине.
прошелся по низине, попадается всякий хлам, в основном рассоперенные шпринги, разобранные шпринги в большом количестве, накиданы в низине. Кто-то их разобрал и скинул в низину, наверное, саперы. Такая воронка, наполовину высохшая, вся гудит. Достал 6 шпринг из этой воронки, надоело копать, бросил, они там еще есть. Прогнила насквозь. Частично разобранные, наверное, тоже дело саперов, либо охотников за мылом. Рядом нашел вот такой корпус от шрапнельного снаряда, тоже весь простреленный. Явно тут кто-то упражнялся в стрельбе. Стреляли по цинкам, по снарядам пустым. Пытались дно прострелить, не получилось. Только глубокая вмятина осталась. Крышка вроде в бодром сохране. Сама шпринга, конечно, погнившая. Местами краска есть. Так, клеймо на крышке 1939-38. В низине вот такие мотки колючей проволоки валяются, немецкой. Смотрите ее состояние. Смотрите, до сих пор сохранилась лестница, которая идет на верхушку сосны, на большой сучок. Похоже, это был пункт наблюдения. Офигеть! До сих пор стоит на вершине горы, напротив советских позиций. Кованые гвозди квадратные. Склон горы, практически вершина горы, точнее, не склон. Насыпные окопы, каменно-деревянные. Видно отсюда очень далеко. Прямо на пути, под лестницей. Та-дам! Хороший сигнал. Так, пустая внутри, останков нет. Офигеть! Вы посмотрите только на это. Как лежит хорошо. Офигеть, офигеть. Вот это находка, я вам скажу, под конец-то дня. Я уже, грубо говоря, собирался идти в сторону дома. Офигеть, остатки краски. По-моему, декаль видна. Сейчас перевернем. Обратная сторона. С этой стороны, по-моему, триколор, и он закрашен, если я не ошибаюсь. Офигеть. Вот это сохран. Посмотрите. Кламер крепления подшлемника. Офигеть. Сверху неплохой сохран. Эта сторона. При том, что это 35-ка, ранняя каска М35. Рядом с этой банкой нашел вот такую вот колотуху. Граната М24, немецкая. Имеется клеймо. Ранняя колотуха, 36-й год. Что я тут обнаружил в низинке? Очень много отстрела. Смотрите,
Некоторые гильзы в идеальном состоянии. Смотрите, это целая гора. Просто горище. Вот он,